Всем привет, всем доброго времени суток, с вами Виктория. И сегодня в видео я хочу показать вам платье из новой коллекции Конкур 12 каталога компании Faberlic. Это платье-рубашка из крепа. Платье имеет прямой силуэт, застежка на пуговице со стразами. Пуговицы здесь очень красивые, сразу хочу отметить. Пуговицы идут по всей длине. Отложной воротник на стойке, который также декорирован пуговицами со стразами. Платье представлено в каталоге в двух цветах на странице 4-5. На четвертой странице платье у нас идет красного цвета. И на пятой странице это же платье представлено в синем цвете. Состав ткани 97% полиэстер и 3% эластан. Это платье-рубашка из крепа. Я, конечно, не знаю, какая будет ткань в синем. Вы знаете, мне кажется, они отличаются. Вот здесь у нас указано, что это платье-рубашка из крепа, а вот здесь указано, что это просто платье-рубашка. Поэтому, ну вот, плохо передает, конечно, картинка. Девчонки, кто заказывал, напишите, такая же структура ткани или нет. Я сейчас вам покажу его поближе. Это платье, так как это платье-рубашка, оно должно, в принципе, смотреться не в обтяжку, так как оно под пояс, должен быть небольшой запас. Поэтому это платье лучше всего брать своего размера. Если вы или-или, то лучше взять в большую сторону. Вы знаете, я взяла его в 56 размере, и оно на меня не село. То есть оно получается на мне вот в линии груди, оно как-то расходится. Сама ткань мне не очень понравилась. Ткань здесь очень тонкая, ткань светится. Если сравнить такие же платья-рубашки, вот у нас было хаки в леопардовой коллекции и было у нас под леопарда, то вот, ну, там как-то мне больше понравилась ткань. А так, в принципе, такая же модель. И я сделала замеры в 56 размере, сейчас вам их озвучу. Под мышками полуобхват 61 сантиметр, по выточкам тоже 61 сантиметр, длина изделия 111 сантиметров. Давайте посмотрим, сколько в каталоге заявлено. В каталоге у нас длина платья идет 104 плюс-минус 2 сантиметра. Но вот у меня я намерила его длиннее получается, но получается, что где-то, наверное, вот по икру как раз, ну, такая вот неплохая длина для этого платья. В каталоге оно представлено даже у нас с водолазкой на модели. Вот здесь вот, например, с водолазкой и плотными колготками. То есть здесь вот должен быть запас, да, и в каталоге смотрится плотнее. Но на самом деле ткань креп, ткань очень тонкая, и она вот такая рыхлая. Вот покажу вам сейчас саму ткань. Ткань немножко эластичная. В принципе, по пошиву нет нареканий никаких. Все строчки ровные, все отстрочено аккуратненько, ровненько. Давайте посмотрим с вами вот здесь бирку. Здесь у нас 30 градусов деликатная стирка, не отбеливать, гладить на единичке. Химчистка запрещена, не сушить в барабане. Произведено в Китае по заказу компании Faberlic. Давайте посмотрим с вами пуговички. Вот такие здесь красивые пуговицы. Они выполнены вот как камушки, стразинки, очень красиво, но сама ткань, если вот даже вот посмотреть вот так вот, то я думаю, вам видно, что она полупрозрачная, то есть ткань такая немножечко получается светящаяся, и цвет здесь вишни, то есть такой винный, насыщенный бордовый оттенок. В принципе, сам цвет очень красивый. Давайте посмотрим вот здесь, как выполнено. Пуговички у нас есть и на воротнике платьица. Манжет, длина рукава 63 сантиметра, рукав такой вот, ну, как на рубашечке. В принципе, интересно смотрится, но вы знаете, вот сама ткань тонковата. Если бы, может, она на меня села, может быть, в принципе, было и неплохо вот на прохладные летние, там вечерние, утренние деньки, на начало осени его надеть. Ну, в общем, я его себе оставлять не буду. На себе, так как оно на мне не очень хорошо село, я показывать не буду. Но решила все-таки вам показать, озвучить его замеры. Может, кому-то будет полезно это видео. И вот посмотрите, ой, девчонки, извиняюсь. Вот здесь вот есть уже, вот я вижу, небольшая затяжечка. То есть ткань такая, что нужно быть с ней
аккуратными, так как такая ткань может все-таки, наверное, оставлять затяжки, если где-то вы сидите, вас смотря какие там стулья, где вот. Поэтому тоже сумки, кольца, на это обращайте внимание, что ткань нежная, обращаться с ней нужно аккуратно. Ну вот еще раз вам поближе покажу эту ткань. Не знаю, как будет она у нас в синем цвете. На этом говорю вам пока. До свидания, до новых встреч на канале. С вами была Виктория.